день, дорогие друзья! Я Жбанова Валентина. Решила почитать вам немножко такое стихотворение для женщин, для наших любимых женщин. Называется стихотворение «Колдунья». Как светлые хлеба твое дыхание, все излучаешь дивный аромат. В улыбке милой солнышко сиянье, ты расцвела, как яблоневый сад. Смущаешься, не запустив ресницы, коль взгляд красноречиво выдает. Уста притягивает соком смоковницы, безмолвно вздрагивая вольных чувств полет. А поступь легкая, манерно, грациозно дразнящая, зовущая хмелей и синего своих очей бездонно, просящая немедленного спеть. Колышется котенка от дыхания, простегнувшись сердцами маня. И не преодолеть ни расстояние и чувства, что ты больше не моя. О, ты, колдунья, хмелем опоила, что исходило от тела твоего. Мое сердечко ласкою сманило, но как мне жить на свете без него?